10 апреля, воскресный день. В Москве 2 часа. По телевизору поет. Ты меня, найди меня. Дочка и мама. Мама и дочка. Алла Борисовна. Кристина Арбакайт. Ищите друг друга. Находите друг друга. Любите и радуйте. А на улице? На улице появляется солнце, потому что я выхожу на улицу. Это воскресенье. И поляна подснежников. Находите друг друга. Танцуйте, и поясница болеть не будет. Как зажигает Кристина. Найди меня, найди, 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 найди меня. Ищите. Соединяйтесь с судьбой. И все это 14 часов 10 апреля. Все это в прямом эфире. Только для вас. Вот и тут гуляют, дорогу поливают. Вот они, мои друзья. Кушают. Поляна. Подснежников. Куст уже зеленый. Деревья зеленеют. А запах, какой запах? Какой запах? И все это сегодня. И вот вам появляется солнце. Солнце для вас. Появление солнца для вас. Поляна. Почки напухают. Весна дышит своей жизнью. Вот она, сказка, волшебная сказка подснежников. Вот он, красавчик. Вот она, красота волшебной поляны. Это воскресенье. Поливает. Поливает тротуар.
Нет бы полить мою поляну подснежников. Приходится самому это делать. Как видите, тучи расходятся в небе. Только надо мною. Только здесь. И никаких осадков. Весна продолжается. Так что я обещал, что деревья уже будут зеленые. Они даже зеленые раньше срока. Раньше срока. Сегодня 10 апреля, а уже деревья зеленые. И волшебная поляна подснежников. Вот оно, солнце. Солнце появляется от силы мысли и взгляда. Только для вас. Друзья мои, вот оно. Солнце сегодняшнего воскресного дня. На ваших глазах. Кругом пасмурно. Пасмурно, и только здесь происходят чудеса. К концу апреля моя березка будет во всей своей красе зеленая. Над ней расходятся тучи. Только для вас. Это березка, у которой я заряжаюсь энергетикой. Здесь сидят, поют птички. Тоже прилетают зарядиться энергетикой березы. Вот она. Красота природы. Как видите, тучи расходятся, и небо просветляется только для вас. До самого вечера никаких осадков не будет. Это воскресенье, 10 апреля. Здоровья всем, мира и добра. Бросайте курить и пить, дарите женщинам цветы.